Дорогие и любимые наши женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаю вам здоровья, любви и нежности. Сохраняйте уют в семье. Hello, happy International Days to every woman, particularly to my mama and my wife. So happy day, and I hope that everyone will have a nice, lovely day. Уважаемые женщины, наши мамы, жены, сестры, бабушки, у кого-то дочки, может быть, поздравляем вас с вашим праздником 8 марта. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оставайтесь такими красивыми. My name is Yanda. I want to wish every woman a happy International Day. They're very important to us. Sometimes we do mistakes, and they're always there for us, our wives, our mothers, our sisters, and we just wish them that they celebrate their day in the best way possible, and we love them. Thank you. Дорогие любимые женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам оставаться такими же красивыми, любимыми, добрыми. Без вас мы, мужчины, к сожалению, никуда, а может быть и к счастью. Поэтому берегите себя, дорогие вас. С праздничком вас!